Честная сдача АНТ – залог процветания Казахстана. С целью выявления фактов нарушения правил АНТ будет организована онлайн-трансляция. Достаточно пройти по ссылке antonline.kz и выбрать необходимый пункт сдачи. С помощью приложения Digital Agent вы можете сообщить о нарушениях в Национальный центр тестирования, которым будут предприняты незамедлительные меры. Для этого скачайте приложение Digital Agent. На главном меню нажмите на иконку НЦТ. Выберите свой регион и район. Выберите категорию «Нарушение». Прикрепите фото нарушения с онлайн-трансляции antonline.kz. Отправьте отзыв. Благодарим за содействие. Сделаем АНТ 2020 честным вместе.